В центре Кадыра Мурзалии прошел творческий вечер члена Союза писателей Казахстана, поэта, композитора Талгата Тлеулесова. В мероприятии приняли участие многие известные культурные деятели Приуралья. Талгат Тлеулесов родился в Кызылординской области. Последние 30 лет его родным домом был город Ахтубе, где он уже оставил свой след в литературной жизни. Вечер, посвященный писателю, посетил множество почитателей лирики поэта. В ходе мероприятия прозвучал ряд песен, написанных на стихи Талгата Тлеулесова. У творчества нет границ. Мы все рады видеть на земле Приуралья наших соотечественников из разных регионов страны. Будь это поэты и писатели из Атырауской, Мангыстауской и Актюбинской области. Мы всегда рады познакомить наших читателей с произведениями этих поэтов. Талгат Тлеулесов стал известен своими яркими выступлениями на ИТЭСах. Сейчас он автор нескольких поэтических сборников, получивших высокую оценку читателей и критиков. Мероприятие посетили многие известные культурные деятели региона. Также пришли друзья поэта, которые разделили с ним радость этого литературно-музыкального вечера. Мы познакомились с Талгатом Тлеулесовым в далеком 1999 году. С тех пор мы дружим. Встреча была организована с целью ознакомления жителей и молодого поколения Приуралья с творчеством писателя, популяризации литературного наследия. На творческом вечере Талгат Тлеулесов рассказал истории из жизни и представил свои работы, выразив благодарность за теплый прием жителей Приуралья. Альбина Кумаргалиева, Рустем Ищанов, Алтынбек Абделов, телеканал Ак-Жайык.